Пляж Клеопатра, еще раз вам 6.40. Смотрим на волночки и на купающихся людей. Вылез, покупался. Температура может быть даже реально не 27, но она очень-очень теплая, очень хорошая. Где-то около часика я купался. Мусора в воде нет, раз проплывал арбуз, ну, корки арбуза, раз проплывал стакан. Здесь мелкий такой мусор, вот, типа травы вот этой вот водоросли, как бы. А там все классно, супер, вообще очень классно. Море теплое, волны, они, в принципе, не мешают купаться. Так, в той стороне солнца ничего не видно. Давайте эту сторону смотреть, даже могу немножко к воде спуститься. Очень понравилось. Я, получается, это второй раз купался в этом сезоне. Первый раз был 16 числа. И сегодня я просто получил максимальное удовольствие от купания. Вообще супер просто. Не хотелось выходить. Идем по пляжу. Ничего не вижу. Зумлю вам. Люди стоят, вам не видно, что там надо млаташи. Ну, вот купающийся, смотрите, участок какой максимально. Ну, что хорошо, кстати, на пляже было вообще, на пляже десятки тысяч людей, но что хорошо, что купаются не все. И там вот дальше больше купающихся. Здесь у нас такое место было, мне реально было комфортно, потому что все в воду не лезут, все в основном на берегу лежат, сидят, и тут вот плавающих там. Я не люблю, когда вокруг меня люди. Вообще, огромное удовольствие получил от купания. О, и теперь будет хотеться купаться каждый день, потому что все, сезон начался. Я его открыл, и теперь, когда день не покупаешься, знаю, какой это, как это классно купаться в море, и день, когда не покупаешься, будет очень-очень тяжело. Рану свою помочил, надеюсь. Что он еще смоет меня здесь. Вчера реально мог я так упасть, что, смотрите, песик какой бежит с хвостиком искусственным. А, он не искусственный, он покрашенный, хотел сказать, с хвостиком искусственным. Он не искусственный, он модный, короче. Мог бы вчера, короче, так упасть, что уже все, никогда не смог бы ходить больше. Слава богу. Пронесло, но теперь вообще настолько страшно. Никакие скользкие места, ни на камни, никогда никуда не попрусь больше. Ужасно было. Куда вас сводить? Давайте сводим на кораблик. Сходим. Спасибо им за то, что мусора мне не подсыпали, я нормально покупался. На крепость можно сводить вас. Дальше людей, конечно, муравейник, но против солнца я ничего вообще не вижу. Вот так вот могу вам сделать. Видите, сколько народу. Пик сезона. Людей, в принципе, максимально. Я еще хочу, еще бы с удовольствием бы покупался. Ну что, насладились морем? Сейчас вот, кстати, такое, солнце оно печет, но вот сейчас оно уже не такое жаркое, можно спокойно, вот у меня голова даже спокойненько, вода высыхает, голова не горячая. То есть сейчас вот уже солнце не ядерное, но это потому что вечер. Обычно вот в это время я только иду купаться на море за час до заката максимум, не раньше. Волночки большие идут. Даем назад. Две большие. Чувствую, аж руки болят непривычки, но это самое, намотался. Хорошо, что я туда не поплыл.
Все, друзья, теплого моря всем. Не забывайте, что на солнышке надо пользоваться кремами. Защита 50, не меньше, потому что те, что меньше, это все равно, что радио слушать. Берегите себя, не обгорайте. Хорошего отдыха, Алания. Не знаю даже, какое сегодня число, но сегодня понедельник. Пока.